Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о Уругвае. Получая постоянный вид на жительство в Уругвае, главный заявитель и член его семьи имеют практически те же привилегии, что и граждане страны. Резиденты получают право пользоваться медицинским обслуживанием, доступ к системе образования, право на пользование льготами, также доступ к рынку труда или возможность открыть собственный бизнес. Еще одним положительным моментом для иностранцев является то, что срок пребывания в стране до получения гражданства начинается после въезда в страну, а не с момента получения ПМЖ, как это устроено в большинстве стран мира. В среднем получить постоянное место жительства иностранцу потребуется подождать ориентировочно 2-2,5 года. Также всем желающим получить паспорт потребуется показать, что центр их жизненных интересов находится именно в Уругвае. Это может быть наличие собственной недвижимости, работа или бизнес, обучение детей в местных школах или вузах, или даже регулярные медицинские обследования, доказывающие факт проживания в стране. Кроме того, резиденту потребуется продемонстрировать уровень владения испанским языком. Друзья, если вас интересует иммиграция в Уругвай, свяжитесь с нами по указанному номеру телефона. На этом у меня все. Всем пока.